За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие. Октябрьский район, выезд напротив Ледового дворца. Лада Калина подъезжает к перекрестку и резко сворачивает на пешеходную зону. Затем регистратор нашего телезрителя Патрика снял, как автохам выныривает и едет по встречной полосе. Татьяна, 978, Александр, Светлана. Один из железнодорожных переездов водитель девятки не захотел ждать и выехал на встречную полосу. Остановился перед барьерами и шлагбаумом. По мнению нашего помощника, если бы их не было, нарушителя и это бы не остановило. И поехал, блин, вот нарушитель. Новую школу открыли, это вот около недалеко от ленты. Дмитрий Поспелов из Энгельса жалуется на автолюбителей, которые заполонили дворы в районе Шуровой горы. Говорит, машины объезжают пробку. Рядом детский сад и школа, но некоторые нарушители не стыдятся ездить и по тротуарам. Жители просят местных чиновников решить эту проблему. Мало того, что они в два ряда едут на выезд, то есть и по встречке еще, они даже по тротуару вдоль этой школы едут. Там люди по обочинам ходят. Тротуар новый, как бы, ну вот не смущает, ездить по обочинам. И вот сегодня тоже обратился в администрацию, чтобы положили там препятствия. Наш телезритель, водитель «Газели», снял сразу несколько грубых нарушений. На улице Мясницкой автохам на приоре выехал через сплошную. Патрульный уже изучает этот ролик. Водитель 42-й маршрутки явно пренебрег безопасностью и посадил клиентов посреди дороги. Номер безотказного шофера «Мерседес» на ваших экранах. И Кумысная поляна. Автохам на Митсубиси обогнал, выехав через сплошную. Опасный маневр водителя внедорожника запечатлел регистратор нашего помощника «Газелиста». Теперь всеми нарушителями займутся автоинспекторы, им мы передали материалы. Вместе с теми, что не попали в эфир. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Давайте бороться с автохамами вместе.